Привет, ребята! Обещал я одному товарищу измерить мощность. Для этого включаем наш мультиметр в режим измерения переменного тока. Вот 20 ампер. Не забываем обязательно поставить правильно щупы, а после измерений переставить этот щуп на место, потому что будет большой бадабум. Итак, помните, я вам рассказывал, что в модуле радиоканала я выбросил целых 4 лампы. Раз, два, три, четыре. ПТК выбросил 2 лампы. Вот они, 6F1P и 6N23P. А также была изъята лампа демпферного диода, стоящая здесь. Вместо нее я поставил КЦ-шку 109 на столбик высоковольтный. За счет этого должна быть существенная экономия. Давайте померим. Для этого вот телевизор у нас подогретый. Вот у нас подготовленные уже концы есть. Вот штырек этот, с другой стороны он имеет крокодил, подцеплен к одному из выводов мультиметра. Вынимаем из сети. Ух, ничего себе. И вставляем вот таким вот образом. Оп. Чтобы один был вставлен, другой нет. Теперь, что мы делаем? Вставляем один из щупов в розеточку, а вторым прикасаемся к нашему телевизору. И смотрим ток. Прогревается, прогревается, ток падает. 0,48 ампера. Давайте посмотрим. Телевизор уже показывает. Все нормально показывает. Вот, вышел он в режим. Ну, пускай будет 0,5 ампера. Давайте будем брать уже соотношение. И теперь берем наши концы. Не забываем переставить сюда. Бум. 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 И большой барабум. Общий остается на месте. И ставим измерение переменного напряжения. И таким вот образом измеряем напряжение наше. Так, вот 216-215 вольт. Опять берем худшее значение. 216 умножить на 0,5. Это, естественно, 108 ватт. Вот так вот, экономя на накалах ламп, мы имеем 108 ватт мощности.